Что может быть дороже улыбки ребенка? Особенно если эту улыбку видишь не так часто. 20 декабря детское отделение Киевского городского онкологического центра сияло улыбками, как никогда. В этот день апостол Владимир Мунтян вместе со своей женой Викторией приехали сюда, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающими новогодними праздниками. Это был особенный визит, ведь каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором давно мечтал. Держи, дорогой, держи. Вот твой подарочек. Держи. Ноутбук Asus. Держи. Лерочка мечтала о каком айфоне? Какой ты хотела? 7+. 7+. Вот. 7+, как ты просила. Когда мы здесь были, мы вот увидели, я лично, да, увидел, что ну, у детей есть какие-то мечты, какие-то желания, да, которые, в принципе, они кажутся несбыточными в меру того, что просто это, ну, возможно, дорого, нереально, потому что все деньги уходят на лекарства, да, у родителей. Да и вообще, к примеру, у ребенка может быть мечта, например, там какой-то айфон иметь, который стоит там 25 тысяч, или там ноутбук, который стоит там 24 тысячи. Ну, это нереально, да. Но ко мне пришла идея, я сказал просто, сильное желание, я сказал, говорю, дети, напишите то, что вы хотите. Каждый пусть напишет записку, что он хочет получить на Новый год. И говорю, я это сделаю. И мы с Викторией, с моей женой, это мы лично ну, от нашей семьи сделали. Вот. Мы приняли это решение, получили все записки, все детки оказались очень способными, разбираются в высоких технологиях, в компьютерах, в айфонах, во всем. Вот они написали ну, классные такие вещи, и нам это понравилось, что они написали хорошие вещи. Вот. Мы все это нашли, прям точка в точку, везде описывалось, какая память, сколько гигов, сколько того, сколько всего. Нашли все абсолютно, и сегодня вот мы привезли эти подарки и подарили каждому ребенку то, что он мечтал. Нас ми іграли, в нас був ноутбук, ну братик, і братик наполягав, щоб ми віддали. От він на Новий год заказав ноутбук, тепер каже, братику віддамо, цим будемо гратися. Ну не ожидали, ну надіялись, звісно, не думали, що це здійсниться справді. Спасибо їм большое, що в діток мечти збуваються, радість їм на новогодню ніч, да? Все-таки. Є добрі люди на цій планеті і допомагають таким діткам, як наші. Не вірили ми. Ми думали, що він не подарить. А коли мені сказали, що привезли айфон, там мене викликали, я була здивована. Хотіла айфон, я його отримала. Я хочу подякувати Володимиру Мунтяну, що він мені подарував айфон. И хочу побажать всем здоровья. Мы очень надеемся, что сегодня каждый маленький пациент все-таки поверил в чудо и в то, что все мечты сбываются.